коллеги. Prodexpo 2021 продолжает свою работу. У нас новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Ким Валентина. Компания ООО «Шоколадная студия». Занимаемся производством шоколадных фигур. Я вижу эту красоту, очень здорово. Расскажите, пожалуйста, где ваше производство? Находится в Московской области, город Щелково. Расскажите, где вы берете сырье? Сырье берем у проверенных поставщиков. Это натуральный шоколад у известного мирового лидера, ну не буду рекламировать, но очень качественное. Там натуральное какао-масло. Вот. Ну, вообще можем из любого сырья отлить качественного. Это может быть и швейцарский шоколад, может быть бельгийский шоколад. Расскажите вашу особенность конкурентную между вашими, так сказать, конкурентами. Опять же, я вижу такую красоту. Чем вы отличаетесь? Мы отличаемся в первую очередь тем, что мы сами изготавливаем формы. То есть здесь не повторяется с покупными фигурками с другими в магазинах, потому что мы не закупаем у производителя, мы делаем сами формы качественные из пищевого силикона. И за счет этого очень высокая детализация фигурок получается, где видно все-все нюансы. И бывает, что не отличают от настоящих, например, инструментов, или не все верят, что это сразу, что это шоколад. Да, друзья, я нахожусь максимально близко к этим фигуркам. Здесь каждая шерстинка у этого прекрасного зайчика-кролика прям видна. И инструмент абсолютно как настоящий. Абсолютно как настоящий. Расскажите, пожалуйста, где вы представлены, где вас уже можно найти? Ну, в первую очередь, всегда в наличии у нас на нашем интернет-магазине chocolatestudio.com. И также мы представлены в торговых сетях. Торговая сеть — это Перекресток, но это перед праздниками, перед всеми праздниками. Это 8 марта, 23 февраля, в Новый год. Также представлены в торговой сети Добрынинский, торговая сеть Ашан, Гиперглобус, но это также под праздники. Вот. А так всю коллекцию — это больше 500 видов шоколадных фигурок, не считая разных видов шоколада. Можно отлить из темного, из молочного, из белого. Это на нашем сайте. Доставляем по всей России. А правильно ли я понял, что при должном желании и средствах можно сделать будет какую-то свою брендовую фигурку, потому что вы делаете формы сами, получается, любая форма, любой на любой вкус? Да, корпоративное направление — это наше такое тоже большое, занимает часть производства. Можно сделать издание, можно сделать там, брендировать быстро фигурку. То есть мы это умеем, знаем, как это сделать быстро, к нам обращаются за этим. Ну, я пожелаю, наверное, удачи вам на этой выставке для того, чтобы вы нашли своих партнеров, чтобы более широко представляться в наших ритейлах. И, наверное, всем остальным крупным игрокам рынка, у кого есть средства, пусть они обратят на вас внимание, потому что это эксклюзив, как есть. Получается, можно сделать не повторяющийся ни на что сладкую фигурку, при этом при всем не будет ее нигде и никогда ни у кого такой в наличии. Спасибо вам огромное и удачи. Спасибо. Спасибо вам. Очень приятно было пообщаться.